Добрый вечер, участники фестиваля Golden Times London. Я Марина Унил Спенсер, член жюри. Хотела рассказать немножко о своих впечатлениях и об оценках, которые я поставила участникам фестиваля в этот раз. Уровень фестиваля в этот раз был очень высокий. Все, в общем-то, получили примерно одинаковые оценки от меня, в частности. Восьмерочки, девяточки, то есть все выходят на вторые места, вторые, первые места. Но особенно хотелось бы отметить мне Алексея Суслова, которому я поставила 9-10 баллов. Вот. Очень хорошая презентация была самого своей работы у него. Также Александра Муравьева, которому я бы даже гран-при дала и поставила 10 баллов плюс и гран-при, потому что вот эти презентации, они отличались тем, что это не просто человек вышел, сел за инструмент и сыграл что-то. В некоторых случаях я вот даже не видела лиц исполнителей, что очень жаль, потому что хочется видеть эмоции, хочется видеть какие-то чувства участников. Вот. А в этом случае презентация была как конфетка, то есть она не только была вкусная, но она и завернута красивая, там даже целый клип был создан. Вот. Так что дальше, следующие, какие у меня вот высокие оценки. Татьяна Тюкова 9 баллов, Андрей Арадун 10 баллов. Очень понравился номер «Идрисовая сель», хореография, этническая хореография, очень фольклорная, очень интересная, мне понравились номера у нее. Елизавета Черепанова получила 8 баллов, Бахадыр 9, 9 и 8 за 3 произведения. София 9 и 9, Александр Муравьев уже сказала я. А остальные участники как-то выступили примерно одинаково, восьмерочки, девяточки я поставила. Ольга Грищенко, восьмерка, Кабриоль дуэт, 8 баллов. Насчет танцевальных номеров хотелось бы сказать, отметить, что если номер идет бессюжетный, то, конечно, хочется увидеть больше технических, каких-то технических сложностей, техники побольше, то есть чтобы вот была. Потому что в наше время уже ничем не удивишь, правильно, если это идет номер бессюжетный. Или тогда используйте хореографы, используйте сюжет, какой-то костюм интересный или какой-то предмет хотелось бы видеть. Потому что в наше время уже зрители искушенные очень становятся, и хореографию надо как-то все-таки усложнять. Если это групповые дуэты идут, трио, дуэты, квартеты, то хотелось бы видеть, наверное, какое-то 3D-исполнение. Поставьте какой-нибудь квадратик, кубик, поставьте на высоту, какофоническое исполнение. Поставьте танцоров куда-нибудь в другой угол, я не знаю, чтобы было интереснее. Но это мои личные пожелания, и у каждого, наверное, свои какие-то видения. Вот. Особенное спасибо я хотела сказать Наталье Жижко, это участница с прошлого тура фестиваля, и она участвовала в арт-программе. Мы бы хотели от своего лица пригласить ее и сделать ей индивидуальную выставку в Италии, на конкретную тематику, не просто в разброс, а на конкретную тематику. Мы свяжемся с организаторами, надо будет связаться с организаторами фестиваля на эту тему. Мы вот хотим организовать персональную выставку участницы Натальи Жижко. Спасибо всем огромное, ждем вас на наших фестивалях, и хорошего вам солнышка, лета, тепла. Вот, приглашаем, приезжайте, участвуйте. Удачи, до свидания.